ищем, друзья. Змеев. Стоят на конвейере наши кабанчики. Сейчас мы их покошмарим. Вот. Стоят голубцы. Пошли. А что тут трапилось? Да ничего не трапилось, выезжали. Я объясню, я спускался оттуда сверху, женщина выехала, ну то есть я по главной иду, она выехала, создала, мне пришлось резко тормозить и выходить навстречу, и все, создала аварийную ситуацию. Ну так это ж лишение, а чего вы не действовали? Что не действовали? Ну вам же хватит пояснения водителя. У меня к ним претензий никаких нету, у женщины тоже. Давайте. Да? Спасибо. Всего хорошего. Как ваши успехи? А ваши? Да ничего, жалуются люди. На что? Ну что вы тут на конвейере стоите? Конвейере чего? Ну останавливайте всех подряд, пацаны. Останавливаем, это нарушение. А какое тут нарушение? Ну, или если забывают свет включить, или... Это нарушение? И либо забывать. Это нарушение, я спросил. Но я же вопрос правильно задал. Я могу договорить? Или как? Или мы давайте? Либо не включают свет, либо пересекают сплошную линию возможности. А ее нельзя пересекать? А что, можно? А если я обратное докажу? Докажите. Ну, если я, может, чего-то не знаю, расскажу. Ну, я так думаю, да. То бишь разметку... Можно пересекать сплошную линию разметки? Конечно. Почему? А что, нельзя ее пересекать вообще? Ну, а что, можно? Вообще ее нельзя пересечь? Объясните мне, почему ее можно пересечь? А у вас ПДД есть? Есть. А давайте что? Почитаем, что такое разметка 1.1 и в каких случаях ее можно пересекать. А? В каких случаях? Вы не знаете? Ну, вы объясните. Что здесь, зачем нам спорить? Я не понимаю, зачем мы спорим? Не, вы говорите, что вы стоите что, здесь, тут нарушают массу. Нарушают люди, да, останавливают. Не нарушают, не останавливают. И сколько вы постанов сегодня выписали? А к вам это какое отношение имеет? Ну, мне просто очень интересно. Вы тут уже долгое время стоите. Мне тоже просто много чего интересно. Я же не задаю вам вопрос. Вы со Змеевского рая делаете? У вас тут точка дислокации, так я понимаю? Что такое точка дислокации? Ну, тут ваше место постоянно... Есть территория обслуживания. А что такое? И тут стоять, то бишь вы не патрулируете, вы просто стоите на лопате, правильно? Есть территория обслуживания. Что такое точка дислокации? Ну, я, может, невнятно объясняю. Ну, я не понимаю, что... Я вам объясняю, что вы тут уже стоите 2.5 часа. Ну, я не знаю, сколько, 2 или 3 или час. Вы, я, вы ну, я знаю. Знаете, конечно, я знаю. Что? Как вы знаете? Что именно 2.5 часа мы стоим. Но у меня есть фото-видеофиксация. Время, со скольки до скольки вы стоите. Именно беспрерывно или что? Вот так конвейер вот тут выстроили и стоите. Нет, чего? Машин. Машин, конвейер. Ну давайте я сейчас понаблюдаю, как вы тут соблюдаете ПДД. Мы соблюдаем или наблюдаем? Соблюдаете ПДД. Я не пойму, вы как бы к нам претензии есть? Да, претензий нет. Вы на лопате стоите. Что такое на лопате? Останавливаете всех подряд и пытаетесь найти 130-го. Ну это ваше мнение. Ну как, я могу тоже придумать что-то и сказать там про вас. Это не мое мнение, это факт. Какой факт? Факт это доказательство, по сути, правильно? Ну будут вам доказательства, чего вы переживаете? Я вообще не переживаю. Я даже вот встану в сторонку и понаблюдаю, как вы несете службу. Можно? Какие проблемы? Как раз на камеру зафиксирую ПДД, нарушение. Посмотрим, как вы вынесете постановление человеку. Что? За 1.1 разметку. Для начала нужно нарушить и доказать, правильно? Ну все, не вопрос. А, уже дежурный звонил? Какой смысл нам ругаться? Я не понимаю. Вот надо обязательно остановиться, кучу сразу каких-то претензий издалека зайти. О чем речь? Вы подошли там, вы увидели, что стоит автомобиль остановленный, один и второй. И все, я спросил. Подошли там, да, разобраться. Услышали, в принципе, даже не от нас, да, что, а почему и как правильно остановили. Остановили, и все, и отпустили, сделали, пообщались, почему, что, где, как, каждый дал свой. Ну, вам же человек сказал, что создал аварийную обстановку. Правильно. В этих случаях вы знаете, что делать нужно. Что делать?
Ну это же лишение прав. Да, это если лишение прав, это в суде лишают права, а мы не лишаем. А, вы, то бишь, вы права не забираете? Я понял. Мы их не лишаем. Лишать и забрать — это разные вещи. Хорошо. А то просто я вижу, каждый божий день стоит один и тот же Outlander. Где? Здесь, именно вот здесь. Вот здесь именно стоит, именно вот здесь стоит. Тут нечему нарушать, пацаны, тут нечему нарушать. Объясняю, разметку 1.1 можно пересекать. В каких случаях? С 30 км в час? Ну, естественно. Вы говорите, ее если вообще нельзя. Если дорожный знак стоит, а он запрещен, тогда можно... Где дорожный знак? Если он стоит. Где он стоит здесь? Нигде. Ну, так а почему здесь нельзя пересекать? Если бы он стоял, ну, можно было бы. А если до знака нет, можно пересекать разметку? Конечно. Ну, где это написано? То бишь, если знака нету... Нет, ну, вы неправильно поняли. Если стоит знак «обгон запрещен», так, то можно... Обгон нельзя совершать. Можно обогнать, если автомобиль, который едет, движется впереди, движется меньше, чем 30 км в час. А ну покажите это мне в ПДД. Это в правилах написано. Ну так покажите. 33-й пункт, дорожные знаки, и там все написано. А давайте я вам покажу, что там разметку 1.1 можно пересекать. Ну, покажите. Покажите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Ну у вас же есть там ПДД? Там 8.5.1 пункт правил. Еще раз объясняю, тут дорожных знаков нету. Правильно. Значит, вот если будет дорожный знак о том, что обгон тут запрещен, тогда да, запрещено обгонять. Если автомобиль движется в зоне действия дороги... Да вообще по барабану. Не кричите, что вообще по барабану. Вообще по барабану. Нет, сказать, знаете. Ну, я вам говорю, смотрите, если стоит знак и в зоне действия знак... Смотрите, вон едет автомобиль без включенного света. Я вижу. Ну, останавливайте, действуйте. Не, ну вы же говорите, что вы стоите, останавливаете. Вы определите, что мне... Смотрите, он едет без света. У него есть ходовой огонь. Вы уверены, что габариты это... горят? Вы видите, что горят габариты? Так надо ближний свет включать, а не габариты. Ну, вам недостаточно габарита. У него есть дневной ходовой огонь, горит. А, то бишь, те, которые едут со включенным светом, вы тоже останавливаете, да? Да я хочу просто, чтобы вы все слышали меня. Да обычно меня слышу. Полицейские так, не слышат. Отлично слышно, а? Вообще. Отлично, по ушам бьет. Это хорошо, что я бью по ушам. Вот, Фиат, останавливайте, без света едет. Это нарушение. Это нарушение, он без света едет. Где? Пацаны, ну дай... Не кто делает дебила с кого? О чем речь? Я говорю, Фиат проехал без света, а вы говорите габарит. Кричать, говорю, не надо. Вот Рено желтое едет без света. Пацаны, вот Рено едет без желтое, без света. Удостоверение показываешь или не надо? Там мне пока не нужно. Не надо. Ну так я не пойму, что... Ну что, так садитесь что и уезжайте наезд, отсюда. Сейчас поедем. Поехали, дежурный звонит. Сейчас поедем. Начинайте здесь людей, блядь, садить. На что? О чем? Кого? Еще раз. Народ, здорово. В общем, это Змеевской район, Водяная. Стоят копчики на кормушечке. Еще раз объясняю. Не нужно останавливаться перед этими гусями. Это чистые гуси, которые из меня дебила пытаются сделать. Понимаете? Разметка 1.1. Свет. Я ему говорю, останавливаю. Он говорит, там все работает. Будем теперь вместе работать с вами. Поехали, а вот дежурный. Можно поехать? Езжайте, конечно. Спасибо. Спасибо. Мы будем теперь службу с вами вести. Вы всегда с нами везли. А то, блядь, не согнали оттуда с поста, вы решили сюда перебраться. Я говорю, для чего вы здесь стоите? Вы говорите, смотрите, чтобы не нарушали ПДД. Мы не говорим, что смотрим, нарушаем ПДД. Не нужно перекручивать разговор, промотай, посмотри. Конечно, я покажу, что ты посмотришь. Промотай, ну так посмотришь. Я помню, что... Вот еще едет с нарушением, посмотри, что ты не останавливаешь? Блядь, сделаем вам теперь тут экшены. Черт, сука. Девятнадцать сорок. Вот этот Outlander, блядь.
стоит тут постоянно. Говорят, мы здесь просто стоим. Просто, пон... да? Да, просто стоит, говорит, смотрим, чтобы не нарушали разметку 1-1 и свет. Я ему показываю, вот едет, а он на габаритах едет. Поворотник включи, капец. Народ, вы видели сами, что эти два гуся уехали. Рассказывают такую чушь. Я вас призываю. В Змеевском районе, возле Водяного, не надо останавливаться. Если даже вас остановят, пишите к нам в надзор Харьков. И поверьте, мы приедем, этих гусей будем трепать. Перышки выщипывать. Ну так, не, вот так вот лучше. Вот, поэтому вы знаете, что делать. Ставим лайки и подписываемся на канал. И обязательно в надзор Харьков подпишитесь.